Вот это он перед нами, мой брат. Вот, Юрий. Всходы абрикоса из костей железа. Вот, нет бы написать брата железа. Естественно, сертификация Полотенкова. Мы уже проходили. Так. Пошла эта косточка? Пошли. Пошли? Пошли. Пошли, видите? Символическая прикопка. И вот, пожалуйста, семидолья над землей. Значит, не сопреют. Вот. А теперь, вот, если мы железово, то мы же не можем не по это, что-нибудь не такое особое сделать. И вот я, он меня удивил, брат. Он, кстати, тоже инженер. Экспериментальная сертификация. В феврале разгреб снег, положил косточки, присыпал этим песком, засыпал снегом. От мышей защитил тряпкой, пропитанной березовым дегтем. Пожалуйста, бриться. Вот так вот. Это уже эксперимент. Так. Я не знаю, кто автор. Это название, я так понимаю, канала, да, или там, как это называется по-другому. Женщина может все. Валерий Косинович благодарит за знания, благодаря которым в моем саду абрикосы. Ой, здорово, на ком удивляются, что такое возможно. У них не то, что абрикосы, яблони плохо растут. Но это понятно, посажены в ямы. Видите, только нас все равно единицы. Вот. Надежда Чаплыгина. Я посадила косточки абрикоса Амур. Растут. На третий год один дал 6 плодов. Ну, лиха беда начала. На третий год. В этом году цветут. Но ветра сильные. Посмотрим, останется что-нибудь. И я тогда взял, раз она упомянула Амур, я хочу вас познакомить с Амур. Вот. Вот таким вот образом. Смотрите. Вот сейчас я вначале долистаю. Еще пару фотографий. Классический Амур у меня теперь возрождается. И это, их как бы... Вот понимаете, я не институт. Мне все равно, будет он с носиком или не будет. Но мне хотелось бы иметь классический Амур. А меня в чем упрекали? А? Что у железова не классические сорта. И вот получается. Они давно они, видите как? Это старая фотография. Видите носик? А вот здесь уже другая, цвет потерял форму. А вот здесь. И вот тогда я вижу вот такое вот. И просто призываю, ребята, будьте внимательны, будьте, как это называется, вот как, ну нет у меня сил, нет у меня возможностей, нет у меня денег. Но если у меня вдруг как бы возродилась, одна ветка взяла и дала классический амур, когда эту форму классическую уже забыл почти. Ну, кто должен отрезать эту ветку? Кто должен ее возродить по новой? Наверное, не я, уже все, устала. А вот это, что здесь? А, там, может, еще есть фотографии, сейчас. Нет, ну, я мог бы десятки фотографий. Одна краше другой. А вот это, вот она, может. Я сейчас просто вам покажу. Просто покажу. Вот это я убираю. Вот, смотреть точно, как человек сейчас начнет резать дерево, улучшать. Природа не знала, а он знает. Вот. Фото-абрикос-амур. Ой. Сейчас, какую выбрать? Нет, не эту. Не эту, знаете почему? Мне нужны фотографии вот в этом месте. А, ёлки-палки. Ну, хотя бы так, допустим. Сейчас вы поймете, о чем речь пойдет. Опять не вижу фотографий. Ничего, я упрямый, я всегда упряма.
Находил же я сегодня, готовился. Ничего, я все равно найду. Я хочу вас ближе с ним познакомить. О, ну кто кроме меня еще так прокомментирует? И что она не хочет это самое? Река Самур. Кто кого? Тогда тут добавлю слово фото. О, вот давайте смотреть. Итак, значит, во-первых, поздравьте меня. Если это мировая коллекция, ну как мировая? Это же Яндекс. Яндекс российский канал. Но он шире России, знаете. И давайте меня поздравлять. Смотрите, моя фотография. В начале, в целом. Что здесь написано? Абрикос Амур. Но фотография моя. Ее присвоили. Ладно, прощаю. Хорошее настроение. Идем дальше, 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 дальше. Вот. Это Лутенков, Царство Небесное. Видели? Вот. Дальше идем. Я много чего тут знаю. Я тут... А вот и наша фотография. Видите? Вот. Ну а дальше кто ее присвоил? Найти изображение в Яндексе. Ну вот смотрите. Вот это, кто присвоил, то есть ее присвоили, многие считают ее уже этим колоновидной. Очень удобно считать колоновидной. Думаете, это все? Видите как? Вот видно, да? Вот сейчас взяли, вот так сделали, и вот еще куча фотографий. Так нет. Вот. Поняли, как это делается. И тогда немножечко вернемся назад. Вот сюда. Вот сюда. И давайте еще посмотрим. Вот. Уж хотел Самура познакомить. Итак, это Латинков, это Железо. Это моя фотография. Только она... О, садоводство по Железу. Ура, хоть тут не соврали. Вот. Это уже сын Манжурса. А вот это, правда, Амур. А давайте посмотрим, правда мое? Мое. Ой, да я еще и не обманываю, оказывается. Правда мое, вот моя фамилия. Ладно. Вот. Теперь еще одна моя фотография. Абрикос купить идет. Вот, пожалуйста, в Москве посадика. Вот на этом сайте в Москве продают по 200. Блядь, 290 рублей. Да вы что? Вот это чудо! 290 рублей. Украли фотографию. Вот. И какое-то дерьмо толкает под видом этой фотографии. Здорово. А это моя фотография, 100%. Вот. Кто бы со мной, да ящик бы коньяку поспорил, когда я таких случаев говорю. Это не все. Ну, Амур Крымский. Видите, тоже украли. Он не мой. Просто впечатляет. Согласитесь, плоды по 120 грамм. Впечатляет. Вот. Он считается Амур Крымский, так и называется. Купить в Москве 270 рублей. А вы поверите, человек думает, вот сейчас куплю, у меня вот такие плоды будут. Во, хочется показать кутиш. Поняли, да? Как просто. А вот это опять Лутенко. Чувствуете, кто здесь хозяин на этом сайте? А это опять Лутенко. Вот. Идем дальше. Это Железов. Ну, тут, правда, без обмана. В саду Железова. Сад СИП. Тут не обманули. Идем дальше. Вот и моя фотография. Ну, как кто свистнул. Абрикос Горный Абакан. Знаете, что такое было? Опять Флора Сибири. Флора Сибири. Они присвоили мою фотографию. Это 100% моя. Я ставлю на кон ящик коньяку дорогого. Вот. Что докажу, что моя, да? Вот в чем дело. И мне вот это больше всех. Однажды меня получил такой, знаете, не отпор, как бы сказать,
Отповедь. Чего вы голову морочишь, что у нас такое чуть ли не единственное? Вон, питомники продают это самое. То есть я утверждаю, что в стране исчезают последние сортовые абрикосы Байкалова, и никто палец о палец. И в ответ, а вот сайт, а вот же горный Абакан. Ну, вот, пожалуйста, горный Абакан, только фотография-то моя. Что они продают? Какой хрен горный Абакан? Опять разволновался. Посмотрели. Дальше идем. Вот. Смотрим. А что не посмотреть? Ну, дальше уже можно время бы не терять. Хорошо. Можно бы не терять. Какой-нибудь особенный бы. Вот еще мое. Вот мое. Вот это 100% мое. Академик. Ах, агросимфонд уже. И туда. Моя фотография. Агросимфонд. Давайте на ящик коньяку. Ну, чтобы все знали про спор. Вот. Зачем это мошенничество? Понадергали, не выбирая. А не выбирая, значит, получается, что? Попадаетесь, как эти. Все, ладно. Тут еще есть мои. Вот моя фотография. Вот она, видите? Стоп, а ну давайте прочтем. Красиво. Вот так, красиво фото. Но тут не написано, что продают. Ну, понравилось им фото, спасибо мое. Все, возвращаемся обратно в нашу лекцию. Итак, вот эта фотография абрикоса Амур. А почему я Амур вспомнил? Да потому что если она, да, у нее на третий год дала 6 плодов, а Амур относится к самым морозостойким культурным абрикосам. К самым. Вот, то у нее впереди прекрасный амурский сад. Амурские, как там это, амурские волны. Вот это я хотел сказать. Навеяло, извините, навеяло. Вот. А вот такие вещи спасать надо. Ну, нет, ученые со мной не дружат. Вот. Кстати, вот это, знаете что? Это переделанный амур. Вот это желтый. А это черный абрикос. Ну, мне еще одна тема поднимать, да вы же меня пошлете уже. 12 минут осталось работать. И, короче, вот здесь вот растет, тут я вам показывал фотографии украденные. Так вот, половина из них сделана с абрикоса, который растет вот от моей руки в 3 метрах. Так, в 3 метрах. И он вступил, извините за выражение, в незаконной половой связи с черным абрикосом. Результат видели? И тот уже не этот, и тот уже не тот, и этот не этот. Я специально сделал такую фотографию. И тот не тот, и этот не этот. Плоды лежат на земле рядом. Я вот так специально сделал. Ну, вот она. А мне все. Вы не сохраняете сортовое качество. Ребята, запомните, чтобы сохранить сортовое качество, надо переехать в лучшем случае на Кубань. Но почему-то там тоже все ни хрена нет и все портится. Вспомним Курдюмова. Но дело в том, что или сортовое качество, но мертвое, или не сортовое качество, но живое. А? Вы понимаете, что человек, который меня обвинил в этом, он просто ничего в этом не понимает. Он закончил университет, академию. Ему вбили в голову информацию 90-летней давности. Вот он ей пользуется. Так. Ирина, хочу сказать огромное спасибо вам, Валерий, за абрикосы, которые благодаря вам мне удалось наконец выяснить Калужской области. О, слушай, Обнинск, гражданин Макаров, Алексей Иванович, дружище, ты же в Калужской, кажется. Я привык говорить Подмосковье, Подмосковье. Посаженный на холм. А, вот же, а я думаю, что ж такое в голове застряло. Посаженный саженец абрикоса вашего последователя Макарова. Значит, она живет где-то с тобой, Александр Иванович. После второй зимы подарил 5 литров абрикосов. 5 литров. А? До этого сажала несколько раз, но они погибали через 2-3 года. Ну, естественно, а как хотела. Вот. Нарвалась на настоящего специалиста, пожалуйста. Теперь жду персиков. Жаль, не знаю, как добавить фото, но они реально были прекрасны. Вот. Как вас зовут?
Гражданка Ирина, пожалуйста, чтобы были фотографии, если я этого стою. Так, низкий вам поклон. Фотографии прекрасные, а я их не видел. Низкий вам поклон за ваше наблюдение, труд, терпение. Родом из Красноярска, так еще и землячка. Но живу между Москвой и Калугой. Спасибо. Город Малоярославец. Вот видели. Все. Я не зря говорю, Макарова это пора приглашать в университет. Есть питомники, которые с года в год производят сотни тысяч. Уже ладно, эти погибают все до единого. Помните мои фильмы про это? Про узбекские, про эти самые, про киргизские. Но наши питомники производят деревья, которые умирают сразу после продажи. Но до каких пор? Когда мы их всех заменим на Макаровых, а? Валерий Константинович, а почему опять получается, я 20 ругаюсь? Не, ну я стихи читал, так что извините, я стихи читал. Чтобы сгладить. Так, в одном из видео видел рассказ про вишню волочную. Могли бы вы, как будет время, в новых сезонах более детально, за сколько сезонов я еще проживу, более... Я сегодня с вами чуть не прощался. Более детально рассказать о ваших наработках. О том, какие перспективы у вишни волочной в средней полосе. И в более суровых зонах. Какие сорта или сортоформы следует рассматривать как перспективные. Я расскажу очень быстро, очень коротко и о самое главное. Никаких новых наработок не будет, дайте мне помереть спокойно. Я уже прямо говорю, дайте помереть спокойно. Дайте мне довести до ума то, что есть. Потому что это невозможно себе представить, что я сейчас буду садить новые сорта. Вот садить буду новые сорта волосы вишни и вам рассказывать, детально рассказывать, что получилось. Нет, этого уже не будет. Вы уж не обижайтесь. Нет, пожалуйста, пару миллионов найдете? А? Наука никогда не найдет, чтобы мне или Савинич, или Сергей Железов дать пару миллионов. Вот, тогда получается, извините, ничего этого не будет. Но я скажу самое главное. Я волочных вишен в подмосковном массиве, в том самом, где я 2 дня провел, с утра до вечера я ходил по садам, ходил, 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 я нашел один забинтованный, с полуметровым штамбом, такой вот, довольно взрослый абрикос. На нем было 6 плодов, абсолютно невкусных. Вот, это был конец июля. И забинтованный бинтами, полностью забинтованный. Ну, видимо, он был перед этим изувечен, кто-то решил, забинтуй, как будто это человек. Раз и два, две волочные вишни. У волочных вишен это... Такая дикость, что у этого кустарника, который вот так из земли растет, штамп. Раз. Абсолютно мелкие, несъедобные, невкусные плоды, которых было, ну, с полсотни. И вот таких 2 дерева я видел. То есть, никакой селекции. Где-то, каким образом они раздобыли? Когда я сюда приехал, 40 лет, 39, 40-й год пошел. В каждом саду было столько вишни, на рынке было столько сотен ведер. И можно было спокойно выращивать из косточки, просто ходить с каждого ведра по одной пробовать. И я находил совершенно сладкие. Представляете? Волочные вишни. Вот и вся эта селекция. Все, другое не было и быть не может. И никаких наработках. И еще у нее корневая шейка боится влаги. То же самое надо садить на холмы еще. Вот этот надо знать, да. Не калечить, не искать лишние ветки, вот. И садить побольше, потому что места она занимает мало. Садить можно не через 6 метров, как учат, а садить через 2 метра, даже через 1,5. Лишние потом сами выживутся оттуда. Топором вырежут. С этой косточки сладкое, с этой кислое. Ну, топор, для того и топор, чтобы на дрова перевести то, что вам не надо. Все, больше ничего сказать не могу. Раз Сибирь, раз здесь она распространена была, а потом ее уничтожали, и они старели, только не обязательно уничтожали.
Многие они не подходили секатору, они старели, 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 а ног уже никто не садил. Все. И вот так получилось. Сергей за зиму, то есть, ну, он заранее брал деньги, ну, то есть, предоплату. И получается, он за все время продал, может, 20, может, 30 велосипедов, которые поехали, может быть, тоже туда же, может быть, опять в Подмосковье. Ну, кто знает. Вот. Как они себя там поведут, никто не знает. У нас получилось массовый бум, массовое сумасшествие, и сразу 1000 садах. Дело в том, одно ведра вешат, скорость хорошая, хватит, чтобы за пару лет целый массив дачи. Вот. А это было. И в каждом новом месте никакие мои наработки, я себя, вы мне пару миллионов, я тут же бросаю все, занимаюсь вишнями, вот, войлочными, сажаю уже их сотнями, вот, отбираю все. Но переехав на новое место, с нуля придется начинать. Вот. А в этом, а то вот сейчас раз себе растет, значит будет расти на Кубани. Что-то два. Там придется опять. Ну, делов-то тут, ну, купите у меня сотню косточек волосы вишни. Лучше 1000. Ну, хоть один на всю страну. Посадил вот так вот, вот с такой густотой. Вот такой вот. И черствим пусть растут. Потом смотрите, это послабее убрал. Уже их не 1000, а 500. А еще не все зашли. Уже не 500 их, а 300. И вот между ними же вот такое расстояние. А потом еще реже. А потом смотришь, до плодоношения дошло сотня. Но уже на новом месте. Наверное, некоторые тут же будут и мертвые, и больные, и совершенно здоровые, без признаков болезни. Вот таким путем. 100, 200, 300. Вот, вот, внимание. Вы знаете, кто это? Помните, я три фамилии назвал? Вот один из трех гениев. Байкалов. Вот. И вот этот самый, царство небесного, этот гений, занимался овощной вишней. Он даже в Москву их привез в качестве плодов. Вот стоит две вазы. На всю страну абрикосы привезли два человека. В конце июля команда была везти. Не было абрикосов ни в одной научной учреждении. Почему я так говорю? Ну, сказали, да, не надо, не хотим. Но привезли вишни и черешни в огромном количестве. Лежали прямо ветки, отрезанные вот с такими гроздями. В том числе, кстати, это самое, Олег Олегович, с вашего Брянского института, в том числе, были такие, знаете, гроздья. Это было, значит, и абрикосы были бы, тоже бы привезли. Но привезли, стоит ваза с моими абрикосами и ваза с абрикосами Ивана Леонтьевича. Так. И еще он привез, я даже не знал, что он этим занимался, вылочной вишни. Он отбирал, сейчас Ивана Леонтьевича нет. Что, наука ухватилась за его уже проведенную селекционную работу? А вы слышали что-нибудь об этом? Вот Николай Иванович Курдюмов. Он что-нибудь слышал, что где-то кто-то продолжает именно волочную вишню? Видите, какой грустный опять я стал. Вот. Так что наработок не будет. А на каждом новом месте надо брать то, что у нас есть. Чем наши... Сибирский, я заканчиваю этот, про вишни, про волосы. Чем они хороши? Не замерзают. 84-85 год. И мы пускаем, это самая страшная зима была до 2000-2001 года. Мы пускаем завод. Вот. Дачу я купил, но не на даче, я туда зимой не появлялся даже. Пришла весна, из 5 волосых вишен, 5 было, это предыдущие хозяйки. 5 было, 3 мертвые, значит, а 2 живые. Казалось бы, радоваться надо. Отбор произведет. А они несъедобны. Нет, их нельзя есть горстями, как вот я ем сейчас. Нельзя. Вот в чем дело-то. То есть эти два, куда делись, попали под топор. И я по-новому искал, выбирал. А что выбирать-то в сотнях садах? Выбирай. На приваре тут же вот такие всходы. Раз ее ковырнул, и все в саду растет. Это моя селекция. Но в любом новом месте, потому что за меня ее провели сотни, сотни, сотни людей. За меня одного. А вы говорите, наработки. И надо, чтобы кто-то нашелся. Один 1000 косточек посадил,
дай Бог, чтобы через 3-5 лет по отношению их было 50-30, неважно, но из 50-30 выбрать самые сладкие, и потом, а они же в то же время и деревья здоровые, и никаких признаков болезни, и так на каждой области, в каждой российской области, и на севере, и на юге, и в средней полосе. Вот так надо работать. Но если науке не надо, если бы про Байкалова забыли, вот, с его наработками, а скажите, что не забыли, ну-ка. Ну, его в институтах местных, Минусинский, в Абакане, его терпеть не любили. Чуть не сказал, ненавидели. Он им много крови попортил. Он же гений. Вот так вот. И что теперь? А теперь, значит, что где те люди, которые выпишут у меня? Кто скромный, 100 косточек. 1000 рублей. А сейчас 1000 рублей – это 2 бутылки водки, если не отравлены. Сотню. Или это лучше 1000. Вот. Вот это надо. И сейчас еще не поздно выписывать даже косточки, потому что до осени уже близко. И тут же я удивил меня Сергей Жилин. Вот. Он взял осенью, посадил, я еще хмыкал. А черт его знает, весна придет, еще не взойдет, а может уже съели мышь. Ой, как они взошли, покажу. Так вот, все это можно в реалии. Вот, причем половину у него еще на сертификации вот сейчас высадил. Вот. Но уже те, которые осенью высажены, сухими, они уже дали столько всходов, что я вас удивлю. Ну что, друзья, в наше время хорошо, и время истекло. Что успел? Вот. Эта тема уходит. На телефонах можно увидеть эти тексты? Профилактическое обрыскивание, брест невест. Вот. И опять интересно, я третий раз заканчиваю на этой фотографии. Вот. Все, выдохся. Каждый раз что-то говорю, стараюсь что-то новое. Только сюда подхожу к этой теме. И вебинар закончился. Ну что, мы сейчас вот что сделаем. Мы сейчас с вами перейдем. Нас, наверное, еще меньше стало. Вот, если бы не Ребрик всего 10 тысячами, я бы, наверное, сказал бы все, дорогой друг Сафронов, закрываем лавочку. Вот. И еще есть люди. Спасибо, кто за 1000 прислал. Кто-то 100 рублей. И за это тоже спасибо. Давайте посмотрим, сколько нас. И на 5 минут расстанемся. Друг. И на 5 минут расстанемся. Ну, я примерно так и думал. Значит, нас будет, я уже сейчас скажу. Через неделю нас будет 350 человек просмотров. К сожалению, вот как сделать так, что вот каждый из вас разослал эту же ссылку троим. Причем просьба шлите дальше. Всем друзьям. Может быть, хоть раз прорвемся, чтобы было 1000-2. Как они умудряются? Я еще не все показал, я покажу. Человек, который учит в прямом смысле уничтожать деревья, имеет 1 700 000 просмотров. Рикошен, это уже есть 4 миллиона, помните, я показывал? 4 миллиона. Есть Поливкина, у которой в прошлом году было уже 2 миллиона с лишним. Еще нашел еще одного рекордсмена, 1 700 000, и все это по уничтожению деревьев. Не по выращиванию, а по уничтожению. Причем у них кол на голове тиша, они от этого уже не откажутся. Им теперь с этим жить и умирать. Вот. А нас вот 30 участников, так? Потом, я уже знаю, 350-400 будет через неделю. Вот. А может быть, вы все-таки, ребята, разошлете? Я каждый раз прошу, а нас все меньше. Вот. Но после всего этого самого, через время написать письма, задать вопросы, подружиться, познакомиться друг с другом. А я пройду на кухню 5 минут. Это законный перерыв.